КВН компании «Северные строительные технологии». И по старой доброй КВНовской традиции, в самом начале выступления, капитан команды должен выпить водки. Миш, нет такой традиции. Это никто. Миш, нет такой традиции. Ну, пиво. И что нет такой традиции? Пожалуйста. Я буду играть в вашей команде. Да ладно, не будешь. Да как не буду? Буду? Да иди, говорю, не буду. Я говорю, буду. Хорошо будешь. С чего начать предлагаешь? Ну, я бы начал с подарка жюри. Нормально, что, подарим? Ну, изначально торт. Ну, ребята, это, конечно, все весело, но давайте, работы у нас много. Быстренько выступаем и свободно. У кого какие предложения? А я песни приготовил. Ой, откуда? У меня тост. Это вообще... У меня стриптиз. О-о-о-о! Ну, ребята, вы что, болеете, что ли, а? Ладно, действительно, пока лишнего не наговорили. Поехали. Такого Самарова вы никогда не увидите. Когда не очень хочется признавать очевидный случай в семье. Дорогой, я беременна. Когда жена заставила мужа посмотреть эротический фильм. Ну вот видишь? Вот видишь, как у людей! Вот такую вот беседку я хочу. А, ну понятно. Ну ладно, все, выключай. Сейчас. Выключай. Ну сейчас, погоди, сейчас. Да в смысле сейчас? Выключай, говорю. Ну погоди, может чертежи на беседку покажут. Ну. Самый полный гопник. Эй, пацан, есть? Нет, ты бога, есть у тебя? Да погоди. Тот, у кого в школе у первого появлялись усы, всегда пользовались огромной популярностью. Ого! Вот это да! Свет! Ну кто ж знал? Кто ж знал? Два хулигана возле женской бани. Серёга, ну что, видно? Не. А здесь видно? Не. Ну тут-то видно? Да не видать. Да гонишь, чувствуешь же, что видно. Двигаемся дальше. Вор-неудачник. Простите, извините. В детстве сразу понятно, кто не из благополучной семьи. Мам, скинь попить! Мам, скинь запить! Алчный продавец пирожков. Пирожки! Как здороваются работники АвтоВАЗа? А, Петрович, здорово там! Здорово, Сергей!
Ну что, Валер, снимаем за один дубль и по домам? Отлично. Уважаемые телезрители, вот мы и закончили ремонт квартиры, и осталось увидеть только эмоции хозяина. Сергей, прошу вас. Это что за... Это ж полный... У нас участник переволновался. Валер, стоп, давай переснимать. Готов. Уважаемые телезрители, вот мы и закончили ремонт в квартире, и осталось увидеть только эмоции хозяина. Уважаемый Сергей, прошу вас. Не, ну я же вижу, что это полный и абсолютный... Слушайте, вы что все время материтесь, что не так? У меня трешка в центре была, а это душка в Самару. Сказать в конце. Вот вся наша команда целиком и полностью олицетворяет собой весь Ханты-Мансийский автономный округ. Ну вот посудите сами, вот Андрей у нас такой же широкий, как Иртыш. С вами была команда КВН.